А Национальный банк страны повысил базовую ставку до 9,25%. Повышение стало логичным ответом на ускорение текущей инфляции, пояснил заместитель председателя Главного банка страны Акылжан Баймагамбетов. О факторах, повлиявших на рост инфляции, расскажет моя коллега Наргиз Муратова. Базовую ставку повысили, чтобы снизить инфляционное давление. В июне рост цен достиг рекордных в этом году 7,9%. Повышение стоимости продуктов и товаров вызвано негативным влиянием временных и устойчивых внутренних и внешних факторов. При этом Нацбанки отметили, что рост инфляции – это не локальное явление. Последние месяцы удорожания наблюдаются во всем мире. Одним из наиболее глобальных факторов, которые влияют на рост цен и на инфляцию во многих странах, это рост мировых цен на сырье и продовольственные товары. Мы уже наблюдаем, что индекс мировых цен на продовольствие растет уже около года. Это отражает активный, опережающий спрос на все основные категории продуктов питания. Ощутимо также подорожали ГСМ, электроэнергия и отдельные продовольственные товары. Восстановление потребительского спроса также подстегнуло рост инфляции. Дополнительное давление на внутренние цены оказывает так называемый импорт инфляции из России, одного из основных наших торговых партнеров. В соседней стране также быстро растут цены. Инфляция там ускорилась до 6,5%. Это максимальная отметка за последние 5 лет. В Национальном банке отметили, что в 2022 году ожидают возвращения уровня инфляции в целевой коридор 4-6%. Наргиз Муратова, Амир Ибатов, Атамекен Бизнес.